На блокпосту Шымкента в направлении Сарагаша и Ташкента несут службу 10 военных и 7 полицейских. Все въезжающие легковые автомобили и грузовой транспорт досматривают. У водителя проверяют документы, досматривают и содержимое багажников. В такой ситуации необходимо проводить такие мероприятия. Представители правоохранительных органов на блокпосту Акжар говорят, что водители и пассажиры относятся к досмотру с пониманием. Мы проверяем документы водителей, а также пассажиров. Тщательной проверке подлежат и багажный отсек, а также провозимый груз. Да, сразу же по приезду в Шымкент займусь документами. Военные обеспечивают проведение проверок на должном уровне. При возникновении каких-либо инцидентов на блокпостах бойцами будут приняты соответствующие меры. Мы помогаем представителям департамента полиции проводить проверку транспортных средств. В случае нападения мы готовы отразить удар. После массовых беспорядков до 19 января в стране объявлено чрезвычайное положение. Я полностью поддерживаю. При такой сложной ситуации необходимо проводить такие проверки. Они необходимы для сохранения целостности государства и спокойствия жителей. Блокпосты установлены во всех направлениях города. Силовики несут круглосуточное дежурство. Они призывают граждан быть внимательными. Если срок действия удостоверения личности или иного документа истек, необходимо обновить их, а водителям фур перед поездкой оформить документы на груз. Шнару Оразова, Сакин Сапарбаев, Нургельде Садуакас, информационная служба телекомпании «Отрар».